ладно. Что такое? А что? Все, выпил. Фар попни себе. Огонь. Успел, даже догнал. Закрытый клуб? Да, да.
Аккуратно. Я все снимаю.
Это безостановочная группа. Вперед, вперед. Thank you.
другое дело. У меня фонарь сзади? Да. Значит, не меня. Thank you.
спасибо. Не, надо ждать. Я просто смотрю, типа, я уже 5-й год, такой. Просто в чем смысл? Мы пульс разогнали и остановились. Как проедемся чуть-чуть. Это заезд, это серия спринтов. Да? Да. Ну, то есть завтра можно не ехать? Нет, почему? Нормально завтра, ты класс палатик. Раздавал, потом вдруг что-то ветер так уперся, подумал, ну нафиг. Теперь они первая группа.
опять тут ДПП. Впереди кто-то есть? Нет. Кого? Thank you.
Ветер ебаный. Подожди. Мог проехать, мы бы за ним проехали.
первый. Я тут... Стас уже тут, да? Да. Ну, вы все лохи вообще. Что говорю? Ладно, все лохи. Как тебе колеса элитовские? Колеса, как колеса. Разницу видишь? Да, на них сдувает больше. Сдувает? Все? Может, я еще сделал ком или да, какой ком? GPS-а нету. Где ком? Как нет, здесь есть GPS. А? Морально, здесь GPS. Морально было? Может, немножко... Моральная это... победа. Не знаю, Дениса. Может быть, чуть-чуть пошатал кривую, надо будет сделать. Фу. Ну, мы там устроили, конечно, я возле. Да. Да, нормально, ехали. Ты переживаешь тебе? А? Сейчас, я хочу глянуть, просто что-то у меня. Сейчас я прижмусь, просто глянешь. Фотографируется, погоди. Что у меня прилетело. Гид, скорее всего. А! Я сейчас 6,5 разогнался. Да ладно. Прощаешь полузай. 146 километров. Что? 146. Да, я. А, я думал до 46. Не, 46 это точно. 46 понятно, что было. Спасибо GPS за это, да? Стас, ты как так быстро? А? Ты как так быстро? Я не знаю, ты что-то... Я как бы ожидал от тебя большего. Ты ехал слава. Бежал, да? Молодец. Все молодцы. Все-таки быстро. Ровно соскочил. Мы что-то ехали-ехали спокойно. Ну, я вернулся так еще, НТБшника поймал. Шучу. Я, наверное, тут монтирую даже с данными из заезда. А что? Что ты вдруг сегодня решил побыстрее поехать? Это же не соревнования. То есть тебя в прошлый раз не было? Был я. В прошлый раз мы еще лучше ехали. Мне кажется, еще быстрее было. С Тёмой. На прошлый раз... Когда Тёма был. Да, вот когда Тёма был, мы там прям хорошо так что-то, блядь, раздали. Ладненько, я еще, наверное... Смотри, вообще я записал это. Записал, вот, короче. Ой, прикид, все. Да. Спасибо. Здравствуйте.